купил для сестры утят. Так, секунду. Новый дубль, короче. 3, 2, 1. Купил для сестры утят. А, не совсем для сестры, конечно. У сестры есть 3 детей. Они уже большие, выросли. Если бы мои племянники были бы маленькими, я бы, конечно, не купил бы утят. Потому что они их бы задушили бы. Ну, племянники уже школу заканчивают. Одна уже работает, второй уже мужик, уже скоро жениться должен. Обязательно на какой-нибудь американке или какой-нибудь заднице, в общем, да? Ну, криво. Я не люблю американок и англичанок. Почему? А мне не нравится. Мне больше грузиночки нравятся. Грузиночки более симпатичные. Русские не нравятся так, как грузинки. Правда. Потому что, ну, есть что-то такое, ну, не знаю. Это чисто мое субъективное мнение. Но многим нашим грузинам нравятся больше русские девочки. Ну, это все относительно. Кому-то что. Вот. Но суть не в этом. Утята прикольные. Классные утята. Покупаю их у мужика на Самгоре. Прошу его, чтобы он насыпал там корма в коробочку. Ну, в коробочке купил. Вот. Не, говорит, жрать не будут, короче, а? Подруги. Ну, как накинулись в метро. Поезд едет. Они пофиг, да, короче, а? В метро жрать начали, как трактор. Вот у них не клюв, у них лопата. Они сгребают все снизу, короче, как мусор, короче, как лопаты гребут. Любой хавчик, да? Видишь, любопытный какой. Вывел камеру. А у меня светится, да? Вспышка у меня работает. Он на вспышку реагирует сейчас и смотрит так. Что такое светится, короче, да? Понятно. Я тоже думал, что он так смотрит, короче. Явно так. Присматривается. Прикольно. Сейчас вспышку вырублю. Подожди. Опа. Вырублю. Будет реагировать, не будет? Посмотрим. Мой друг мне говорит, запиши видео, как нужно выращивать утят. Бля, а чего там их выращивать? Во. Воды, короче, а? И корма. Что там их выращивать? Еще мне нравятся их перепонки. Вот эти прикольные. О. Правильно, водоплавающие. Учись. О. Смешной такой. Диста. Ну и диста. Это девочка. Как мне мужик это сказал? Правильно, скупай. Все логично. Проходи. Типа мне мужик говорит, короче, это мальчик, да? А это девочка, да? И как он проверял, короче, а? Мальчик или девочка? Держал за задние лапы, хвост поднимает, типа так, короче, а? А больше никак не проверишь. Я не знаю, как он вот так держит. И как-то смотрит, хвост поднимает, или туда, или сюда. Я не знаю, как это фантазия, короче. Я, по-моему, его. Моя сестра сейчас на море отдыхает в Гоню. Вот приедет, короче. И потом, короче, со всеми детьми. Потом я ей отдам. Не, ну они должны подрасти. У моей сестры сад, короче, небольшой. Там кошки, собаки бегают. Но курица уже здорово выросла. Собака даже не реагирует на курицу, конечно. И ни кошки не реагируют. Петух, вернее, не курица. Здоровый такой петух. А одного сожрали. Вот эти, когда вырастут, короче, а? Утята. Они будут больше, чем курица. Чё, вообще, на них никто и не позарится, короче. А? Кто их там захавает. Это только я могу их. Вот я когда говорю, сделаем чах. Чах убили, маэстро. Какая чах убили, короче. Они меня убьют. Они сами из меня чах убили сделают. Чем дадут кролика порезать. Нам у них кролики жили. Кролик постарел, от старости умер. Невозможно. Как
Ой, кажется, вырубила запись, не понял. Ну, в общем, в итоге. Кролик умер от старости. Я вот так не схавал. Мне не дали. Ладно.